У нас сегодня пятница, а это самое время навести тщательный дома порядок. Это ведерко Варюшкина. Я себе не могу такое малюсенькое, маленькое ведерочко найти пока в магазине, но я в поисках. Набираю водичку и добавляю ополаскиватель. С помощью этой воды я вытираю пыль, зеркала, окна и холодильник. Очень классная получается жидкость. А вот эта тряпочка — это моя незаменимая помощница. Автомобильная тряпка замшевая. Классная штука. Во-первых, она зеркала хорошо моет, пыль, ну, в общем, все хорошо моет. И холодильник тоже. Закучка. А, папе, наверное, да? Дочка. Давай, счастливо, хорошо отучиться. Давайте. На улице чудесная погода. Я бегу в фикс-прайс. Варюшка хочет там игру одну. Потом покажем, если я ее куплю. В общем, мне успеть надо купить игру и бежать за Варюшкой в школу. Игорек Варюшку отвел в школу, а я заберу. А вообще Варюшка хотела, чтобы папа ее отвел и забрал. Но так как Игорек на работе, забирать буду я. Нашла в фикс-прайсе игру, которую просила Варюшка. Теперь бегу за Варюшкой. Варюшку забрала со школы. Идем домой. У нас здесь на территории школы залили каток. В магнит зайдем? Да. Ваша задача — выставить все элементы в соответствующие ячейки на платформе до того, как сработает механизм. Как только вы закончите расставлять все элементы, переведите кнопку включения в положение off. Вы можете совершенствовать свои навыки каждый раз, уменьшая время на выполнение задания. Так и оставишь? Видно, чтоб какие фишки у тебя? Да. О. А мы сегодня с Варюшкой готовим беляши и сосиски в тесте. Варюшечка мне очень активно помогает. Мне уже 6 лет, и я даже сосиски сама режу. Варюшка сосиски разрезала, вот. Да. Молодчинка. Накатали шариков из теста. Для беляшей уже взвесила шарики. И здесь наверху стоят шарики теста для беляшей. До них чуть доберемся позже. Я вот первую сосиску делаю. Куда их ложечка достала? Сюда же, под пакетик. На свое место? Да, на место. Я их... Опа, закрываем дырочки. Так, залипункивай. Чинь-чинь-чинь. Ребят, я делаю с мамой пирожки. Угу. Пирожки еще когда-нибудь надо будет слить. Да. С Варюшкой мы налепили сосиски. Варюшка убежала к Тимофею в комнату, а я продолжила лепить беляши. Теперь осталось все. Все это пережарить. Ну что, начинаем жарить. Дожариваю беляши. Сосиски в тесте у нас готовы. Здесь часть. Я всегда боюсь, что у меня в беляшах не прожарится начинка. И знаете, девчат, какой я вчера лайфхак вычитала в интернете. Пожарив беляши, их необходимо выложить на противень и убрать в духовку при 180 градусах на минут 10. Я вот сейчас так и сделаю. Буду теперь пользоваться таким лайфхаком. Там будет завтрак. Кот ждет. Вкуснятина. Сегодня на завтрак у нас у кота жидкий корм. Я буду устроить после марш на Новый год. Скоро уже. Ты мне кота трассу не отгадил. Сделать букет цветов из цветной бумаги. А мне не надо вырезать цветы. Есть? Они там маленькие, тоненькие такие нарисованные. Да. Варюшка пластырь лепила себе на носик и долепилась. Какое-то раздражение пошло. Шесть дней осталось
до Нового года. Еще немножечко прям, совсем немножечко. Дед Мороз к нам придет. Да. И подарки принесет. Я жду свою кофемашинку от Деда Мороза. Сегодня у нас 25 декабря. Совсем немножечко и наступит Новый год. Неделька осталась. Я сходила в Постомате, забрала заказ. Сходила, купила мандарины. Где-то с неделю назад покупала мандарины в Магнит Экстра. Они стоили 64,90. Да. А сегодня они стоят уже 79,90. Набрала сразу 2 пакетика, потому что к Новому году, чтобы потом не покупать. У нас еще в холодильнике лежат. И здесь получается 2,200 и 2,5 килограмма. Нам хватит вполне. Сегодня на ужин приготовила суп с вермишелькой и со сливочками. Будем ужинать. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Сегодня 26 декабря. С сегодняшнего дня в школе начинается очное обучение. Дистанционное обучение окончено. Осталось учиться 3 или 4 дня. Пока. Сегодня я записана на корректировку татуировки. К 5 часам я еду. Сейчас засниму, покажу, как выглядит на сегодняшний день моя татуировка. Татуировку мне делали 3 декабря. Сегодня 26 декабря. Как мне кажется, в слове «семья превыше» краска немножко повыбивалась. А вот слово «всего» оно прям такое четкое, яркое. Так отсюда тут... В четкая, да, тоже? Да, вот так. Сегодня мне все подкорректируют, и это уже будет окончательный вариант. Все, сделала я татуировку, а точнее коррекцию. Поеду домой. Я дома. Рука у меня заклеена. Я приступила готовить ужин. Сегодня на ужин у нас гречка с фаршем. Но сначала выпьем по чашечке кофе. На лейкопластырь у меня налипло от худи, от спортивного костюма. В общем, ворс прилип черный. Так, здесь у меня в жаровне тушится, жарится фарш. Подогреваю молочко для кофе. Ну, а здесь, собственно, буду варить кофе. А у нас сегодня выпал второй сверху зубик. А если в общем брать по счету, то четвертый зубик. Покажем? Вот это да! У нас уже вверху нет 2 зубиков, но вырастут новые. Фея ночью заберет зубик и положит варюшки. 100 рублей. 100 рублей.
Я вот так замотаю. Потом в это. И теперь пихнуть. Бабушка? Да. Для феечки. Фея сама туда спрятаться может.